Ребятки, я решил не снимать все-таки перчатку, чтобы не запачкать этого пузатенького экземплярчика. Это же ЛФЗ, это, блин, глянь, какой он пузатенький слоник. Но тот, кто не понял, я перчатку эту тоже продаю. Это вот там есть клеймо Сабдепия. Они советские, их две штуки. Рабочие, четенькие, новенькие. А так вот получилось, а вот фарфор мне в руки попал. А я знаю этих пацанов. Они любят, чтобы не трогали жирными, там, грязными руками, еще что-то. Это все мое, мои статуэтки, я их собираю. Итак, ребята, смотрите на этот экземпляр. Глянь, вот в руку помещается. Сейчас я тебе даже линейку возьму, покажу его размер. Смотри. Да ты что? Больше 15 сантиметров. Смотри на его лапы. Вот на задней левой ноге стоит клеймо. ЛФЗ. Ленинградский фарфоровый завод, второй сорт. Да, конечно, ребята, боюсь вас огорчить, да, тут вот смотри, у него кусок уха потерялось, потом кусочек от шнобеля, хобота тоже отлетело, и, конечно же, еще эти зубки, клыки полетели, потерялись. Бля, язык у него какой-то чуть-чуть розовый. Ну да, глаза он черные. Просто, блин, ну, нереальный, глянь. Я сейчас даже привстану. Ты что? Уселся. Его надо стоя снимать. Глянь, какой блестящий. Как блестит. Хвост целый. Ноги целые. Уже он на платформе продается. Ссылочка в описании канала. Переходим. Забираем этого слона. Потом там еще будет мама Умки. Олимпийские медведики. Балеринки, ну, скажем так, совсем немного фарфорчика, штучек 10 статуэточек всяких разных. Не прозевай этого слона, поставишь себе его вот так на стол и будешь вот так, короче, за ним наблюдать, смотри. Раз, глянь, какой красавчик, вот так вот. Можно ключи, допустим, сюда повесить ему. Да вообще ты его купишь и просто будешь вот так вот смотреть на него по утрам. Гля на него. Оп. Именно слоняра. Настоящий африканский слон. Глянь. Красавчик, да? Это ЛФЗ. Пацаны, еще раз повторюсь. Второй сорт. Из-за того, что он второй сорт, он вот это вот и походу поломался. Некрепкий фарфор. Но если его так поставить и не вытирать, и не трогать, то он у тебя простоит как минимум лет много. Все, пацаны, ссылочка в описании канала. Девочки и мальчики, переходим, делаем ставочки, забираем этого слоника. Это горячий пирожок с 1 гривны и понеслась.